Как это произошло, во сколько примерно? Ну, 15 минут 8 это было. Я смотрел новости российские. Mm-hmm. Вот. Потом центральные двери затрусились. Я встал, думал, может кто-то стучится. Подошел сюда и взрыв дальше. Я вот там очнулся. Потом прошло. Потом вызвали директора общеобразовательной школы Андрея Васильевича Удовенко. Вызвал скорую, приехала скорая, то есть сделали мне кардиограмму сердца и два укола. Ну, вы не пострадали, да? Ну, так не пострадал, да, но тут вот осколок был. Вот тут пролетел. Видно, забрали же осколок. Понятно. Спасибо. Вот. Школу попасть. Сейчас. Сейчас. Здесь осторожно, потому что это деформационный шов между двумя блоками, и там, скорее всего, насыпалось, и вот она просила. Значит, вчера, 18 октября, в 19:15, произошел обстрел школы 61, лицей с информационным профилем. Как мы предполагаем, это были артиллерийские или танковые снаряды, потому что осколков было не так много, но пробить вот такую кровлю сложно. Обрушение и пробитие кровли в спортзале, вот мы с вами где находимся, и в здании бассейна. Вот, к счастью, никто не пострадал, кто находился в этот момент в школе. Ну, а повреждения, конечно, очень серьезные, тем более осенью, перед зимой. Конечно, это все очень-очень печально, потому что мы очень готовились к началу учебного года. Дети просто осаждают школу, хотят прийти на занятия, но, к сожалению, мы пока с ними работаем только дистанционно в этой школе. Ну, а так планируется это все восстанавливать? Ну, мы, естественно, прежде всего мы хотим закрыть сами эти пробои для того, чтобы во время дождя не затекали и сами помещения спортзала и бассейна. Под этим спортзалом находится очень хорошая, мы недавно отремонтировали столовую школьную, красивую, там хорошо оборудованную. Поэтому, конечно, прежде всего нужно закрыть кровлю, чтобы дождь не попадал. Ну, а потом уже с институтами будем определяться, как это сделать уже капитально для того, чтобы восстановить полностью всю кровлю. Вот такой еще вопрос. А как вы думаете, кто стрелял? А что тут думать? Если мы видим, что это бронебойные снаряды, очевидно, то ли это из района Песок, то ли это из района Курахова или Марьинки. Вот. Однозначно, мы же слышали и видели даже, как летят эти снаряды. Поэтому это били с той стороны. А почему именно сюда, не знаете? Ваши предположения? Такое впечатление, что били куда попадет. Потому что попали и в жилые дома на улице Кутузова, на Савченко, в нашу школу. Снаряд разорвался буквально в 100 метрах от огромной котельной. У нас здесь на поселке находится котельная на улице Ионина. Она обслуживает половину Киевского района. Это такой объект, который очень был, наверное, привлекательным для того, чтобы повреждения. Да, да, да. Вот. Но слава богу, котельная работает, тепло в дома идет, в школе отопление работает, и электричество, все, слава богу, сохранилось. Так что, ну, будем говорить, отделались легким испугом. Ну, малой кровью, что называется. Слава богу, все люди живы, и материальный ущерб вот, в основном по спортивной базе. Хотя у нас в школе, кроме общеобразовательной школы, есть еще своя спортивная школа, своя школа искусств. Мы входили когда-то в проект «Школа будущего», все старались, сделали, но кому-то, наверное, это не нравится. Спасибо. А вы посмотрите, сколько посекло. Надо посмотреть, чем это все. Спасибо. Пока.
что купила? Ну, папа раненый, вон, видите, в крови. Ну, жив, да? Угу. Нет, вот, тут вообще не понимаю. Детская? Да, мы тут были. Дочка говорит, мама, что-то красное летит. Она на роликах уехала, она, видать, этой волной бросила тоже, порезала. И все. А муж на улице собакой гулял, и там осколки, ему стекла в осколки порезал. Да, просто стояла под домом, да? Вот просто... она вот так вот и стояла. Это уничтожение народа. Просто тупо уничтожают их все. Ну, расскажите нахер.